8 августа 2005 года 46-летняя Дмитровградка отправилась на дачу и исчезла. Позже труп женщины был обнаружен в лесополосе по улице Промышленной. Сейчас на этом месте стоит гипермаркет. Уголовное дело числилось как нераскрытое долгие годы. Спустя 11 лет следователям удалось найти убийцу. Сотрудники Дмитровградского межрайонного следственного отдела были назначены ряд судебных экспертиз, в том числе и в экспертных учреждениях города Москвы по изъятым вещественным доказательствам в ходе осмотра места происшествия и иных следственных действий. Был определен генетический профиль предполагаемого преступника, который был поставлен на всероссийский ДНК-учет. Как выяснилось, 47-летний подозреваемый уже отбывает наказание в Ульяновской исправительной колонии за другое преступление. В убийстве Дмитровградки он признался. Татьяна Баловнева, Анжелика Барынок. Наше время.